Мне до сих пор снится гостевая Росфуренция 2010. Просьба описать симптомы, сведения от врача, назначенное лечение и прочее. Я навеки прикован к этому белому креслу. О боже, сколько же во мне было дерьма. А у меня все в порядке, лузеры. Я поклялся никогда больше не ездить на фурке. Пока однажды не напился с друзьями и не обнаружил себя на утро в списке оплативших номер. Будет хорошо. Главное, не пить, не есть и не курить. Все будет хорошо. Держаться. Держаться. Пойдем-ка выпьем с нами. Выпей первый. Ты не доверяешь, да не проблема. Найди безопасное место. Okay, fuck it. I lied. It's drum and bass. What you gonna do? What?